Скажите, пожалуйста, на какой спектакль вы ходили? Мы ходили на спектакль Островского «Волки Орс». Скажите, что вам понравилось, что не понравилось, как играли актеры? Актеры играли замечательно. Понравилось то, что спектакль, он сейчас злободневный. То есть, понимаете, он перекликается настолько с современностью, что это просто вот поразительно. Я видела, это «Малый театр», этот спектакль, там совершенно это то время и тот век. Вот. Я видела в Твери, то есть я уже третий раз смотрю спектакль, в Твери я видела постановку, там совершенно все по-другому. Не так. А здесь мне просто все очень понравилось. Места у нас были отличные. На каком месте? А мы сидели амфитеатр, то есть вот так вот. Все видно, и самое главное, замечательная акустика, все слышно. И что меня поразило, что вот сейчас лето, ни одного свободного места. Это то есть зал был переполнен? Вообще переполнен. Приставные стулья, все вообще переполнен. А могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Да, могу. И самое главное, что разные поколения. Мне интересно было. И вы понимаете, и интересно, молодежь сидела вокруг. И что поразительно, было много мужчин в зале. И они хохотали, они аплодировали, они были тоже восторги. То есть наших мужчин в театр не затащишь, как говорится, а тут? А тут ходили. Понятно. И на классику, на Островского я просто была поражена. Так что спасибо артистам. Спасибо. Спасибо.